наверное, все-таки из моей личной жизни и из моей профессиональной жизни запомнилась поездка в США, в Нью-Йорк и съемка клипа на песню «Такси», потому что уже был достаточно длительный перерыв в моей карьере, и это такое вот новое дыхание, скажем, которое подзарядило меня на новое свершение, вдохновило. И я надеюсь, что это старт чего-то большого. Я сейчас расскажу действительно, если ты сжигаешь бумажечку и потом кладешь пепел в шампанское, это желание сбывается, это проверено мною дважды. Больше я такого не делала, расскажу почему. Желание сбывается, но каким-то образом оно переворачивается так, просто с ног на голову, и получается в итоге, ну, то, что ты хотел, ну, как-то все-таки с какими-то такими событиями, ну, которые будут окружать это желание, что тебе не захочется ни желания, ничего, нужно просто думать о хорошем и поздравлять друг друга в Новый год. Если бы Дед Мороз существовал, я бы попросила, наверное, каждый год, каждый Новый год выступать на корпоративе у Деда Мороза в Новый год. Новый год, как всегда, традиционно на сцене, мы работаем. Я поздравляю всю Украину и моих любимых, дорогих украинцев. Хочу пожелать счастья, мира в доме, здоровья всем вашим родным и близким. Ну и, конечно, позитивных эмоций. Вдыхайте побольше позитива в вашу жизнь. И мне кажется, тогда она будет яркой, открытой, ну и самодостаточной. С Новым годом, ваша Маша Сапкова.